Здравствуйте, зрители, это Академия Зеба. В сегодняшнем видео мы выйдем за рамки вирусов и вироидов и откроем для себя обелиски. Жизнь на Земле – это чудо, изобилующее множеством форм, как знакомых, так и необычных. Среди этого ковра бытия находится царство загадочных существ – обелисков. Обелиски бросают вызов традиционному пониманию, заставляя нас пересмотреть саму суть жизни, что это такое и как они вписываются в общую схему существования. Ученые изучают обелиски, погружаясь в их мир через тщательные наблюдения и исследования, чтобы раскрыть секреты этих загадочных объектов. Обелиски, сочетая живые и неживые элементы, демонстрируют удивительную устойчивость и адаптивность, отражая изобретательность природы. Биологи изучают уникальные репродуктивные методы обелисков, такие как фрагментация и почкование, которые противоречат традиционным понятиям. История обелисков, начиная от древних цивилизаций, поражавшихся их присутствием, до современных ученых, раскрывающих их тайны, полна любопытства и чудес. Каждое новое открытие о них задает новые вопросы и способствует глубокому пониманию. Обелиски прекрасно себя чувствуют в самых разных местах обитания, от глубин океана до пустынных просторов бесплодных планет. Их замечательные приспособления позволяют им преодолевать даже самые суровые условия, демонстрируя безграничный потенциал жизни. Существует множество теорий о происхождении обелисков, вызывающих споры и спекуляции среди ученых, могут ли они быть остатками космических путешествий, или же это уникальная линия, которая развивалась независимо. Обелиски играют жизненно важную роль в их экосистемах, вступая в сложные взаимодействия с другими формами жизни. От симбиотических отношений до формирования микрообитаний, они оставляют неизгладимый след в окружающем мире. По мере развития технологий будущее исследование обелисков сулит захватывающие открытия, начиная с получения изображений с высоким разрешением и заканчивая полетами к отдаленным небесным телам. Ученые готовы к глубокому пониманию природы жизни. На огромном полотне бытия обелиски выступают в роли загадочных посланцев, манящих нас исследовать чудеса жизни во всех ее проявлениях. Отправляясь в неизведанное, руководствуясь любопытством и жаждой знаний, мы, возможно, еще откроем тайны этих очаровательных существ. Спасибо, что посмотрели видео. Подпишитесь на Зеба Академи, чтобы смотреть больше интересных видео.